В Северодонецке сгорела иномарка. На автостоянке по проспекту Гвардейскому произошло возгорание Лексуса белого цвета. Огонь также повредил еще две машины, стоящие рядом. Это Toyota Camry и Lada Калина. Пожарные говорят, из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности на автомобильной стоянке отсутствовал огнетушитель и песок, Лексус сгорел до основания. Более того, если бы спасатели приехали минутой позже, машина могла взорваться. Почему случился пожар, еще устанавливают, но одна из версий, которую озвучили нашему телеканалу «Полицейский», это замыкание автомобильной проводки. Если бы вовремя не подали ствол, могло бы дойти до топливной системы и произошел бы взрыв. Но это еще в зависимости от количества топлива, которое находилось в баке. Работники стоянки не предприняли мер пожаротушения. То есть у них есть, точнее должен быть огнетушители, должны быть песок, должен быть, то есть первичные средства пожаротушения. Работники стоянки не предприняли, когда прибыл пожарный автомобиль, на воротах стояли около 3 человек, в том числе сторож. То есть они просто стояли, никаких действий не проделывали.